Любовью к Москве пронизаны слова этой песни. Я так люблю Москву, ее мосты и скверы. И как всегда волнуясь, навстречу к ней спешу. В ней все, чем я живу, и все, во что я верю. И самый лучший воздух, которым я дышу. Я так люблю Москву. По приглашению Верховного Совета Советского Союза нашу страну с официальным дружественным визитом посетила делегация Национального конгресса Республики Гондурас. Ее возглавлял первый заместитель председателя Национального конгресса Эктор Орландо Гомес Сиснерос. В состав делегации входили депутаты Национального конгресса, представляющие различные партии страны. Гостей встречали депутаты Верховного Совета СССР Молдобаев, Парик, другие официальные лица. Парламентская делегация Гондураса прибыла в Советский Союз впервые. В интересное, насыщенное большими событиями время посетили гондурасские парламентарии СССР. В стране идет перестройка. Ее цель – ускорение социально-экономического развития страны, подъем жизненного и культурного уровня народа, развитие демократии и гласности. В Кремле делегация была принята председателем Совета национальности Верховного Совета СССР Боссом. Во встрече участвовали члены постоянных комиссий Палат Верховного Совета. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам и двусторонним отношениям. Важное место занял анализ современного положения в Центральной Америке и на латиноамериканском континенте в целом. Депутаты Верховного Совета рассказали о реформе политической системы в СССР. Ее цель – полновластие Советов, новый избирательный закон, судебная реформа, развитие законодательства. Члены делегации рассказали о проблемах, стоящих перед их страной и народом. Конгрессмены передали приглашение Верховному Совету СССР направить делегацию с визитом в Гондурас. Приглашение было с благодарностью принято. Это будет первый советский официальный визит в эту страну. СССР стремится развивать парламентские связи и видит в них важный путь утверждения взаимопонимания между народами. В центре Москвы, на Красной площади, находится мавзолей Ленина. К нему никогда не иссякает людская река. Пребывание делегации из Гондураса в советских школах начался учебный год. По традиции, самый первый урок – это урок мира. Дети возлагают цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Свыше 4 десятилетий назад завершилась эта страшная война, унесшая более 20 миллионов жизней советских людей. Их память почтили члены делегации Республики Гондурас. Республики Гондурас и Советского Союза есть возможности и резервы для дальнейшего развития взаимовыгодных связей, в частности, в торговле, культурных обменах. Об этом шел обстоятельный разговор с руководителями Министерства внешних экономических связей СССР. В
насыщенной программе пребывания делегации конгрессменов из Гондураса было уделено время для знакомства со столицей Советского Союза. Москва – один из крупнейших городов мира. Вот уже почти 850 лет стоит она в центре российских просторов. Когда строился этот Кремль, население Москвы составляло несколько десятков тысяч человек, а сегодня в городе живет и трудится свыше 9 миллионов человек. Кремлевские стены и соборы помнят славные дела великих предков. В здании работает высший орган государственной власти СССР, полномочный решать все вопросы жизни нашего многонационального государства – Верховный Совет СССР. Он состоит из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальностей, в которые избирается равное количество народных депутатов – 850. Свыше 50% депутатов – рабочие и крестьяне. Советы, составляющие политическую основу государственной власти страны, станут полноправными хозяевами на своих территориях. Георгиевский зал дворца назван так в честь старого русского военного ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались за подвиги во славу Отечества. На пилонах и стенах зала золотом написаны имена георгиевских кавалеров и названия отличившихся в сражениях воинских частей. Сейчас этот зал – место, где проводятся государственные встречи и приемы. Гости осмотрели и Грановитую палату, одно из древнейших гражданских зданий Москвы. Под ее сводами в старину проходили великокняжеские приемы. Стены палаты расписаны знаменитыми живописцами. В Москве чтят старину, берегут ее памятник. И в то же время быстро строятся новые улицы, жилые кварталы. Жилищная проблема здесь, как и в других больших городах планеты, стоит остро. Задача выдвинута такая. К 2000 году каждая советская семья должна иметь отдельную квартиру или жилой дом. Это центр науки, культуры, где сосредоточились прославленные театры и множество музеев. В годы перестройки многое сделано для развития кооперации и индивидуальной трудовой деятельности. Поощряется занятие ремеслами, творчеством.